Привет! Привет! Сегодня мы где? В Макдональдсе. Об этом можно догадаться, правда? Да. Мы купили сегодня Happy Meal, да, с какими-то игрушечками. Ну что, выбираем? И Hello Kitty. Точно Hello Kitty? Да, а мне например черепашка. Ну давайте посмотрим, что же там у нас вкусненького и интересного. Где моя? О, одну папа съест, можно? Что там? Hello Kitty, вот это. А мне Hello Kitty, папа. А, вот давай. Меня кушать. И кушать, ох, как тебе повезло. А у меня вот это вот черепашка, папа. Это яблочко. Вкусно? Ну, да, как вкусно. У нас три ребеночка, папа четвертый. А что попалось папе, кто знает? А мне вот такое. Опа, смотри, это какой-то у нас черепашка-ниндзя. Он это едет. Это Раф, да? Да, и он едет. Давай посмотрим, как он едет. Это у меня Hello Kitty. Вау! Оттягиваем его и вперед! Да! Круто, да? Да. А вот папина Hello Kitty. Круто. Она как будто в невесомости должна быть. Подождите, попробуем. Так. Она была Hello Kitty. Она убегает. О. Два Hello Kitty и два черепашек. И улетает. Классно, да? Вот она как будто... Я хочу тоже что-то сказать. Невесомости парит. Я хочу тоже что-то сказать. Скажи. Две черепашек и два Hello Kitty и два черепашек. Еще раз вот такая Hello Kitty. И еще один черепашка. И пролетает мимо. Я хочу взять. А, две черепашки, ча-ча-ча. Тур, покажи, что он может, Раф. Он может отъехать. Пап! Пап? Да. А еще у нас вторая черепашка в невесомости тоже. Как его зовут? Микки. Микки. Молодец, Тимур, ты всех знаешь. Всех черепашек. А это Рафаэль, такой сильный. Смотрите, как он крутится. Что у него крутится, голова? Да. О, правда крутится? Он может смотреть, куда он едет. Классно. Ну, вот это очень важно. Наклеечки есть. Ух ты, давай их наклеим. И это была черепашек-ниндзя. Круто. Давайте их наклеим куда-нибудь. Да. Это мой будет. Да, Милана, это будет твой. Где хоть та же. Итак, что у нас сегодня? На этой неделе Макдональдс предлагает 4 вида игрушек. Две из этой коллекции и две из этой. Что касается черепашек-ниндзя, у нас сегодня, вы сами видели, вот это и вот это, да? В следующий раз будет вот это и вот это на следующей неделе. А вот из этой коллекции у нас девочка Hello Kitty в скафандре и в невесомости. Еще. Вот они. Невесомость. Невесомость. И вот такие вот игрушечки. Прикольные. Ну, Тимур, что ты играешь здесь? Ну, надо рисовать. Рисовать? Да. Ух ты, как классно. Давай сделаем меч какой-нибудь. Можно этот? О, такой ты думаешь? Да. Прикольно. А что еще можно интересного? Давай сделаем ему зеленый щит. Да. Розовые носки.
О, нет! Это ну, ладно. Прикольно. Ну, что я тебе сделаю? Вот это я уже все сделал. Еще вот это так сделаю. Тебе она куда-то вот такой. Куда? Так. Ух ты, классно. А какие еще есть игры, да, покажем? Угу. Я могу выходить. Вот здесь назад. Сюда. О, здесь можно рисовать, играть в игру Memories. Давай выберем. Какую мы выберем тематику? Машинки, самолетики, давай. Окей, я вам покажу. Вот так. О, так, о да. А так, вот так, вот так, вот так, нет. Так, 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 нет. Так. Так. А вот это так? Вот это так? О, молодец! Круто, ты очень быстро. Я делаю это. Давай. О, Миланочка, у тебя тоже получается, да? Вот это не получается. Тимурка, Милана, может пойдем на площадку поиграем? Да! Вот да. Здесь у нас прям за окном площадка. Надо одеться. Круто! Еще надо одеться. Да. Давай оденемся, пойдем поиграемся немножко. Да. О, кто мне покажет, что здесь? Кошка. Вот здесь такой вход. Ага, куда вы полезли? А я тоже хочу. Можно? Я залазил в гору большую. А папа сможет залезть здесь? Ну, не знаю. Ух ты, ничего себе. Так, я лезу, еще лезу. Только площадочка. Я еще пока не застрял. Так, еще выше. Так, я залез. Вот, все, выше уже некуда. Так, так, что здесь? Что? Ага, вот она горка. Эй, подожди. О, Тимурка, ты уже опять здесь. Давай, съезжай. И я. И ты здесь. Давайте, съезжайте. А папа может съехать здесь, интересно? Ну, не знаю. Я не застряну? Нет. Нет. Давай. Она большая и круглая. Ну, поехали. Ой, я боюсь. Я дальше. Я смог. Папа еще не такой неповоротливый и большой, чтобы не съехать с детской горочки. Я этому очень рад. Такая прогулка в Макдональдс. Да. Всем пока, подписываемся и опять лайки. Пока. Пока.